Спасибо за донат. Короче, пацан ко мне обратился, говорит: Диман, у меня, говорит, 220-230 тысяч, ничего не могу найти, посоветую по тазам. И вы что думаете? Вот пацан хотел только таз. И вы скажете: да дурак, за такие деньги можно что-то другое присмотреть. Ребята, да нет, нет, как ни странно. Короче, десяточку я нашел ему, прозвонил. От второго владельца, и то по наследству передавалось, вообще целое просто. Я такого вообще никогда за свою историю просто не видел, чтобы червонцы были такие целые. На Шестнаре ездила по Жигулевску, это в Самарской области. И вот он ее сейчас забрал, короче, говорит: огромное спасибо, тачка классная, запчасти дешевые, отремонтировать можно вообще на коленках хоть где. Короче, на самом деле пацан доволен. Донат тебе спасибо, пригодятся, короче, в любом случае. Ребят, если есть какие-то вопросы, пишите. Но что с машинами творится, это просто какой-то апокалипсис, короче.